Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, позвольте прежде всего поблагодарить всех вас за участие в сегодняшнем форуме, который именуется «Сохраним жизнь». Но к этим словам я бы добавил еще и слова «Сохраним свою совесть». Однажды, идя в школу, выходит ко мне женщина, уже пожилая, я ее хорошо знал, не один год ходила в храм Божий, и она идет и плачет. Я говорю: «Бабнюра, вы что плачете-то? Что случилось-то?» И она говорит: «Знаешь, Коля, аборт не дают мне покоя ни днем, ни ночью». Вот она идет и плачет. Я говорю: «Ну вы же наверняка исповедовались». «Да, исповедовалась». «Совесть не заглушишь, сердцу не прикажешь». Действительно, совершив некогда поступок, отразился он ей этот поступок на всю ее жизнь. И будучи пастырем, многократно исповедуя, женщины, которые совершили грех, в одном и том же подходят и каются. Казалось бы, Бог-то простил этот грех. Но она ответила на вопрошающий вопрос совести: «Не заглушишь». Потому-то мы все ответственны, в том числе, как выше было сказано, и мужья, и те акушеры, гинекологи, к которым приходят на аборт, мы здесь должны удержать ту или иную женщину от этого страшного поступка. Потому что мы ответим пред Богом, мы ответим перед своей совестью. Я хотел бы сердечно поблагодарить организатора, главного организатора, очень скромного человека, Сергея Ивановича, который возглавляет фонд «Материнское счастье». Вот он здесь сидит. По благословению схиархимандрита Илии, он является главным вдохновителем не только вот этого сегодняшнего форума, который здесь проходит, нет. Это начало положило и в Орловской губернии, и в Смоленской губернии. Вот сегодня к нам пришло. Еще раз сердечно благодарю. Спасибо. Спасибо.